И сегодня же Касым-Жомарт Токаев посетил в Павлодаре гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад. Там он встретился с педагогами области, учениками, поздравил учителей со Всемирным днем учителя и прошедшим профессиональным праздником казахстанских педагогов, а коллектив гимназии с юбилеем. Президент отметил, что сегодня Павлодарская область заслуженно лидирует в области образования. Ознакомился в школе глава государства с библиотекой, где представлены произведения писателя, уроженца региона Тохтара Рамазанова. На прощание ученики гимназии подарили Токаеву книгу писателя «Иртыш впадает в океан».